Я решила показать себе еще одну улицу, снять видео, да. В общем, я только что пришла оттуда, но это горбатый мостик, где очень много голубей, и я их боюсь. Вот. Это тут стадион, значит, это получается коллективная улица, но я сейчас пойду вот туда. Я пришла только что оттуда, это пожарный проезд, там проспект Ленина. Так что я хочу пройти по Красной набережной. По ней я толком не ходила. Я поэтому даже не знаю, что там такое. Ну так, может быть, чуть-чуть видела. Так что можно сказать, что с этой стороны, с правой, это еще город. А с этой стороны получается, что деревня. Так что посмотрим, что у нас там. Погода очень хорошая. И видишь, весь этот чертополох, он стал уже вот таким вот. Тоже весьма красиво. То, что находится на противоположной стороне, я тебе уже показывала. Такое еще там было красивое облако. И такая маленькая тропинка. Она тоже была очень живописная, поэтому... В общем, посмотрим, что у нас здесь на Красной набережной, если я не ошибаюсь. И в конце концов я должна выйти. Вот такое вот солнце. Все гуляют. Гуляют с детьми, с собаками. Что такое? Но я сейчас иду по такой улице, где хотя бы меньше народа. К сожалению, опять такой свет, который не позволяет телефону нормально сфокусироваться, но я надеюсь, что мне удастся хоть что-нибудь показать. С того, что у нас здесь. Вон там он. Я не знаю, видно или нет, недостроенная церковь. Она сейчас осталась на том берегу. Вон там в кустах сидят кузнечики, они громко чирикают. Я люблю такие набережные улицы, и я тебе уже несколько из них показывала. Достаточно много. В общем, здесь все время с правой стороны будет речка. Дорога, конечно, не очень удобная. Поэтому я буду спотыкаться и ругаться. Но надеюсь, не очень громко. С той стороны там тоже кое-что есть, но ничего такого особенного.
потому что вот туда, вот немножечко вот туда, это как раз идет Трофимов ручей. И это небольшое пространство, скажем так, бывшая деревня. Такой вот интересный путь. Бывшая деревня, там, конечно, толком нет дорог, но я туда, может быть, схожу все равно. Там тоже есть интересные объекты. Но там не так много домов, как здесь. Вот я дошла уже до того места, где люди купаются. И если я сейчас пошла бы налево, то это был бы очень короткий путь. Вот они тут все время сидят, кстати. Такой вот небольшой пирс, да. Если сейчас бы пошла налево, я бы сразу вышла на вокзальную улицу. Можно было бы уже заходить в деревню, но я сейчас пойду прям, потому что я хочу посмотреть, что там. Вот. Обычно я иду вот оттуда слева и иду вон туда вот прямо. И там направо и под железной дорогой в эту, так я называю, дырочку. Вот, но сейчас я пошла другим путем, чтобы посмотреть, что здесь такое. Вот это хорошее место. Здесь всегда видно, что происходит. Вот так вот.